Высокий, почти 80-процентный износ теплосетей требует скорейшей реконструкции. С этим согласны все. Однако способ, которым нужно ее провести, пока вызывает споры. По мнению депутатов законодательного собрания, предложение о переходе на альткотельную пока вызывает много споров. Поясните, если эта поэтапность состоится у нас в конце года, кто ее будет утверждать? Смогут ли депутаты ее посмотреть? По каждому из районов города и по каждому теплоисточнику мы увидим некий расчетный, во-первых, уровень и график его достижения по годам. Мы это сможем как-то обсудить или это без нас все принесет? Поддержу полностью вот те замечания, которые сделаны городу, да, и министерству профильному в отношении легкости, что ли, подхода к сегодняшнему комитету. Во-первых, четкой проработки вопроса и представления информации других вариантов. А что же будет, например, если мы отказываемся от альтернативной котельной? Энергетики перед депутатским натиском не спасовали и изложили свои аргументы за новую систему. Главный из них, если не начать сегодня, то завтра включиться в процесс эффективной модернизации будет еще сложнее. Процент износа превышает 80% и растет. Важный факт – альтернативная котельная. Это не какой-то бизнес-проект, а программа, утвержденная федеральным законом в интересах жителей всей страны. Исполнять его придется так или иначе. Эти источники в этих условиях должны сейчас в рамках актуализированной схемы теплоснабжения предусмотреть мероприятия, которые будут направлены на сокращение этих издержек, приведение к нормативному состоянию того оборудования, которое есть. И как пример я сказал, первое, что нужно сделать, это исключить мазутное топливо. Вы знаете, сколько содержание мазутного топлива стоит и какое там сжигание, соответственно, КПД на этом оборудовании. Это то, что все участники рынка сделать должны в первую очередь для того, чтобы обеспечить именно свою эффективность и пытаться достигать тех уровней удельных выработок, которые предусмотрены как раз в цене на альтернативную котельную. Все участники сошлись в одном – нужно больше информации, больше точных цифр. Прежде всего, во всем, что касается платежей за коммунальные услуги. Подытоживая рассмотрение нашего первого вопроса, хочу обратить внимание, что никакого решения мы принимать не можем, во-первых, не будем. Единственным решением нашим сегодня будет такой промежуточный. Мы принимаем этот вопрос к сведению, потому что это не наш, к сожалению, вопрос. Будем следить дальше за ситуацией.